Итак, всем привет, с вами ДопГэм, мы продолжаем играть за медведей в Equestria War. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы начинаем войну с пингвинами. О да, это тот самый контент, который реально контент. И наш генерал Мишка сражается против генерала Гудмунда Хекстеда, пингвина зеленого. Да, наши железные медведи пробиваются сквозь речку и леса к столице пингвинов. То, что мы и хотели, поехали. Какая-то гражданская война, нам это не интересно. Нам интересно научную базу улучшить. Мы почти что стали нормальной страной. И да, так вот через речку очень тяжко. Давайте немножко так вот зачилимся, чтобы опыта побольше нафармить. Нам очень нужно нафармить опыта, чтобы кое-как модернизироваться. Я приоритизирую исследование промышленности, но правда на самом деле в том, что мне нужно исследовать новые винтовки. Потому что у них в два раза больше противопехотной атаки, в полтора раза больше прорыва. В общем-то, да, это раз больше вот противотанковые атаки даже. Нам они очень нужны. И теперь идем в ячейку исследований вот сюда. Это очень неплохой источник опыта для наших дивизий. Ладно, я принимаю решение, что дальше атаковать сюда сильно много смысла имеет. Нужно заманить их внутрь. Делаем вот так. И они успешно заходят сюда. Давайте-ка вот эту только дивизию открепим. Будем сейчас, в общем-то, готовит вступление, в скобочках они уже попались в нашу ловушку. И вот, ловушка генерала Мишки захлопывается. Этот медведь уже всякое повидал, по нему видно, что он умный вояка, как видите, именно он этот план и придумал. Позволили им пересечь речку. И теперь полностью перерезаем им все пути снабжения. И теперь у нас появляется политка, чтобы взять представителя айсберга главнокомандующим нашей армии. Этот товарищ точно справится со своей должностью. Я в нем абсолютно уверен. И вот еще тут одна дивизия успела сюда встать, но, в общем-то, как бы успела, в скобочках не успела. Можем мы их теперь поставить вот так. Пускай они сюда планируют, но планирование вообще будем, конечно же, применять в атаку именно вот сюда. И начинается битва за ликвидацию этой группировки. В принципе, достаточно успешная, хоть и из-за очень низких наших после атаки, так себе она идет по скорости. Вообще, я бы, наверное, так и оставился пока что, а вот сюда бы наступал, а также перебросил сюда дополнительные силы вот отсюда. А еще можно сюда флот наш пододвинуть, кстати говоря. Он еще немножко их задебафает. 3% всего лишь, но это лучше, чем ничего. Кстати, вот этот тяжелый крейсер, вау, у нас есть еще тоже, можно сюда отправить. Он тоже даст 5%, да. Отлично. Мы смогли справиться с большой частью их войск. Остается лишь добить, как говорится, выживших. Забастовки. Это грустно, надо нажимать самый большой вариант, чтобы от них избавиться, это очень важно. Это из-за низкой стабильности, я полагаю. Ну и тут уже у них осталось, по-моему, всего две дивизии. Ладно, может быть, там еще где-то есть. Но в среднем, скорее всего, почти ничего не осталось. Что мы можем просто уверенно пушить теперь на восток. Еще также непременно сейчас выключу вот эти все тихие, потому что здесь очень много статов. Вот здесь и вот здесь. Наше наступление не будет замедляться. Нас сейчас попробует остановить, конечно, кто-то, но мы совсем справимся. А вот еще одна ячейка исследований. Супер. Можно себе, кстати говоря, получить 50 тысяч manpower, вот тут вот. Я бы эти фокусы тоже поделал, тут неплохо так снаряжение нам дадут. Учитывая, сколько у нас военных заводов пока что и, в принципе, промышленности, очень полезные фокусы. А наши войска проникают все дальше и дальше. Призываем им здесь все снабжение возможное. А вот и оно, герой производственного фронта. Смогли мы вернуть себе стабильность. Но вообще грустно, что мы потеряли на этом очень много политки. Нам нужно было назначать себе айсберга на другие позиции также. А еще, пожалуй, мы все-таки подведем сюда флот. Тоже опять-таки 7% не лишний. И я бы вот так вот здесь сделал. И нас теперь пушат с востока. Сейчас мы оставим немножко силы. Фокуса получим здесь снаряжение, и, в общем-то, у нас все будет окей. Хотя здесь снабжение некоторые проблемы. Да, господи, ну что ж вы душите сами собой? Ну, должны додушить, хоть и не сразу. Очень много потерь мы здесь несем, к сожалению. Но такова война здесь без снабжения в отвратительном климате. Пока что наша армия слишком плохая, чтобы побеждать как-то получше. Мы все добавим технологию, саперная тактика. Разведройте. Блин, нет. Сейчас игра не так интересно. В самом деле. А вот это как будто полезно. Но, скорее всего, это уберут.
Но мы начинаем новую атаку. Снаряжение поступило. И в этот раз, я думаю, мы, да, сможем пробиться отлично. Пытаемся делать рывок на север. Вообще шансы неплохие. Можем еще вот здесь вот так же по... А, я понял, типа с двух направлений можно пройти. Ну, попробуем с обоих сторон, так сказать, зайти. Здесь также рисковать боем. И успешно. На самом деле, я думаю, сделать это марионеткой или захватить. Я бы все-таки, наверное, захватил, потому что у нас, скорее всего, потом будут фокусы на то, чтобы это интегрировать. Так что давайте так. Хоть и это потребует от нас сейчас ресурсов каких-то на гарнизоны, тем не менее, стараемся с этим справиться, конечно. А их вот, их флот, кстати говоря, не такой маленький, я бы сказал, он почти что как наш. Даже, наверное, чуть побольше будет. Вау. Неплохой флот. Он нам, может, когда-нибудь еще поможет в других войнах. И вот забастовки... Блин, ну что мне? Надо нажимать. Давайте вот так. Попробуем пропустить нормальный шанс. И нет, мы не пофиксили. Да господи, ну вот... Серьезно, придумали разработчики такие ивенты при низкой стабильности. А у нас из-за всяких фокусов такая стабильность. Прикольно. Ладно, давайте сделаем вот эти, наверное, что ли, фокусы. Просто, чтобы стабильность политку получать себе. Конечно, давайте, можно дойти до сюда, наверное, это не заблочит нам наш путь. Но нам нужны эти фокусы, чтобы, ну, здесь неплохие бафы, нам они реально нужны. Чтобы страна стала чуть получше. Ну, здесь есть как минимум вот этот очень полезный баф. Куча территорий нам дают плюс одну ячейку, а тут всем командующим дают наступление. А тут нам и бафы убирают, так что как бы окей. Другой вопрос, если это заблочит нам... Вот я не уверен. И да, я залил еще кучу политки, чтобы наконец-таки убрать себе забастовки, потому что это отвратительные бафы. Дебафы, точнее. Надеюсь, больше такого не будет. Также добавляем артиллерию и лопаты в наших танковых медведей. И я тут немножко поизучал вещи, и на самом деле, да, я могу вот это сделать себе, так что я сюда и побегу быстрее. Здесь очень важные бафы нам дадут. Типа убирать другие дебафы. Самое главное, ячейка еще одна. И все вещи, кроме вот, наверное, вот этого первого самого бафа, у нас останутся. То есть вот это, еще какие-то там вещи, которые мы делали. В общем-то, модификаторы останутся, вот эти вот. Так что, да, круто, можно их делать. И настакаем их еще с коммунизмом. Я бы даже поставил местную автономию, просто чтобы подчинение быстрее росло. Конечно, поставить цель сопротивления достаточно большой. Я хотел бы избежать, но... Подчинение должно неплохо вырасти. Хотя, конечно, блин, слишком большое как-то выглядит. Давайте все-таки на местную полицию вернемся. 16 и 40 слишком большая разница. Все-таки 40 у меня начнут гарнизоны сгорать. Пенежлинги требуют нефть. Если что-то непонятное, мы можем уступить. Либо медведи к оружию. Да. Наш Мишка, я думаю, успешно защитит нас. Вот этих чейнджлингов грязных. Нам бы только север как-то укрепить получше. Но здесь у меня кое-какая уже линия обороны плюс-минус готова. Добавляем вот в эту обычную пехотку. Тоже тут арту и доку. Хотя я вот думаю, у меня хватает вроде этих панцирей. Не хватает сюда пехотки. Вообще, лучше бы сделать вот так. Да ладно, мы уже... Хотя хочу это обучать, но вообще нет. Нам нужно сюда... Нормальные дивизии уже делать, а панцири имба, по ощущениям. Ну и ждем их. Войска тут уже на границах, я вот сюда отправляю одних наших панцирей, одних просто пехотинцев, ветеранов. Думаю, вдвоем они должны это удержать, надеюсь на это. Хотя это не точно, но и здесь вот будем удержаться на двух горах и на двух холмах. В общем-то я решил именно так построить нашу оборону. По припасам здесь, наверное, будет хватать, но я не уверен на 100%. Тем не менее, конечно, мы будем играть от защиты, потому что по промышленности мы даже близко, как бы, несопоставимы. И нам заспавнили еще 3 дивизии. Ну-ка, давайте-ка изучим, что это за дивизии. Неплохие. Чуть-чуть у них даже есть опыта. Давайте их добавим сюда. Посмотрим, сохранится ли у них опыт в медведях. Нет. Значит, нам заспавнили снаряжение. Итак, вот еще один парень на поддержку коммунизма. Поставлю я его все-таки в авиацию. Нам нужно побыстрее набрать нужное количество. Еще я, наверное, сделаю вот так. 21. Ширина фронта будет у наших танковых. Хм, панзер.
свежих дивизий. И мы теперь делаем морозную гармонию. Очень-очень важное добавление от дебафов. Как-то мы отказались отдавать, и на нас все не нападают. Ну, наверное, когда-то же нападут. Также я наших вот этих ребят переделаю также вот в этих. Панзер-медведей. Потому что у них все еще много опыта. Распускать мне их не хочется, но и держать дивизии без панзер-медведей как-то тоже не сильно интересно. И мы, кстати говоря, подходим к самым важным бафам, вот этим. Я чувствую, хоть мы и будем воевать почти что палками, хотя не совсем, у нас техи не такие плохие. Мы успели подразогнаться, сколько это возможно. У нас очень много бафов для нашей армии. Они прям супер страшные. И это не только бумажные цифры. Здесь, ладно, здесь нету снаряжения. Вот, цифры неплохие даже здесь. Там, конечно, бумаги у нас самые последние винтовки и все снаряжение. Ну, в принципе, винтовки и артиллерия в основном. Нам здесь вот снижают статы. Но это все заменится. Это все поступит. И да, будет очень сильно. Итак, морозная гармония готова. У нас раскол между кланами почти будет завершен, но все еще немножко останется. Насколько я знаю, через некоторое время он сам по себе снимется. Мы можем тем временем что-то еще себе получить по бафам. Но, честно говоря, не уверен, что именно нам было бы интересно. Наверное, вот это. Здесь еще есть очень неплохие бафы. Давайте-ка сюда налево сейчас и пойдем. Вот она, наша роль в мире. Мы избавляемся от раскола. Мы сможем избавиться от неграмотности. Покончить с неграмотностью. Все, остается лишь один дебаф. И наша страна восходит в свой золотой век. Так, нам придется избавиться от Пола Веллингтона. Хоть он и суперский, конечно, адмирал. Но председатель Альберг лучше знает, так сказать, правильное направление партии. И оказывается, вот этот бафчик я сейчас перепроверил. Потому что у нас сейчас переворот будет с этим парнем. А вот этот бафчик не сохранится. Я не проверял абсолютно все бафы, вот в чем дело. И я даже не знаю, есть ли у нас что-то еще интересное для нас. Честно говоря? А наверное нет. Да, давайте, мы готовы. Мы готовы, возьмем только давайте, может, поддержку войны за 7 дней. Да, давайте возьмем. И, конечно же, мы еще пойдем во вторую доктрину. Потому что, ну, это просто суперсильно. Единственное, у нас нету скидок на нее. Есть скидки на четвертую, но, господи, четвертой пользоваться я не уважать, конечно же. И я здесь, как ни странно, иду в третью, потому что к моменту, когда опять появится у нас флот, скорее всего, это будут уже авианосцы. И вот оно, военный переворот. Глава армии, флота и ВВС. А как так случилось? Ну, ладно, он создал демократические медвежные общины полярии. Демократические медвежьи общины полярии, окей. В качестве верховного лидера, конечно же, он сам. Идеи были странными даже до изгнания. Тем не менее, у всех... Просто одна и та же фраза. Слава председателю Айсбергу. Вот он. Мы верим в товарища Айсберга. У него снова, кстати говоря, есть баф на поддержку коммунизма, на эффективность производства и поддержку войны. Он, если что, у нас председатель Центрального комитета РПП, генеральный секретарь РПП, премьер кабинета министров ДМОП, президент ДМОП, председатель комитета национальной обороны ДМОП, главный главнокомандующий народной армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил. Он с 11 века и вечный лидер, господи, Телефорсинте Полярии. Да. Айсберг — это миф, легенда, бог. Может, он обладает силой 20 медведей, он может разрывать танки своими когтями. Мудрее величайших песов. Старательнее самого доброго и могущественного лавины. Да. Он вызвал королеву Кризалис на дуэль, и она сбежала с нее. Его пролетательность в военных делах и необузданная сила спасли медведей от чейнджингов. Когда шпион попытался его убить, то пуля срикошетила от черепа, оставив его невредимым, наверное, убив врага. Каждый медведь в стране обожает Айсберг и становится похожим на него в чем только может. Слава великому вождю. Итак, у нас есть тут три принципа: национальной экономики, независимости и самообороны. Все взрослые проходят военную службу. Нет, ладно, давайте сначала начнем с принципа национальной экономики. Мы получаем великие командующие с бафами и сразу получаем военную экономику и сможем только находиться на военной либо на всеобщей мобилизации всю игру. Меня это устроит. Слушайте, нас походу игнорируют просто-напросто чейнджинги. Что не делают, я все готовлюсь к войне с ними, а... И происходит. Итак, мы получили себе военную экономику. Давайте-ка пойдем вот сюда. Мне вот это нравится. Здесь две военных завода вне карты. А нет, подождите, в регионе, окей, не вне карты. И потом две фабрики. Тут еще, а вот здесь вот вне карты военный завод.
Тут у нас еще советики неплохие, очень неплохие. Еще вне карты фабрики, в общем-то, да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ребята, мы разблокировали нечто крайне страшное. Давайте все-таки начнем, наверное, с вот этого. Принципа самообороны, по той простой причине, что нам 20% мобилизовать надо будет очень долго, и лучше начать пораньше. Вот у нас и апгрейд брони наших панцербьернов. Да, вот этот вот у нас хит по эффективности сейчас произойдет, но потом более их не будет. Возьмемся вот этот еще бафчик. А, у нас начинается пограничный конфликт. Я думаю, чейнджинги просто в ужасе. А, пришли танки, ладно. Против танков мы в ужасе, конечно. А, но каждый наш медведь как танк в какой-то степени. Так что, да, мы их не пробиваем, к сожалению, их броня 35. У нас не хватает пробития на это, к сожалению. А, пока что. Но мы разберемся с этой проблемой. С этим мы точно разберемся. Как и с чейнджингами. Причем эти медведи, по-моему, там, победили снова. Отлично. А, тут еще один конфликт вот здесь вот, параллельный. Дивизии туда не успевают подъезжать, но даже то, что уже успела, в принципе, одержала победу. Победили снова. С хибалом, чейнджинги. Но нам надо срочно выстраивать себе побольше промышленности, потому что, ну, есть некоторые проблемы. Вот этих сверхфокусов ничего не дают, но я подозреваю... А, это, видите, это если бы мы не исправили себе дебафы, то вот это бы исправило современное общество и научную базу. Отлично. Пронайди раскол между кланов, а у нас его уже и нету. Кайф. А, давайте, да, давайте-ка... Фабрики все-таки. Нам нужно чуть-чуть подзастроиться получше. Нам какая-то промышленность все-таки нужна. И возьмем, кстати говоря, бафчик вот этот, который надо было взять еще раньше. А, но на них работает сразу, отлично. Таким образом, это дает им еще плюс немножко статов, и самое главное, минус стоимость. А начинается Великая война, от нас ничего они не получили, и уже никогда не получат. А вот мы уже будем сейчас готовить наше собственное наступление к ним. А, и мы можем теперь перейти на освобожденных рабочих, кстати говоря. Так везде сделаем. И ладно, я сюда хочу. Здесь стоимость минус 40%, господи, как же это сильно. Нам только надо успеть это все взять, но в целом, господи, как же чейнджинги сильны. На самом деле у них какая-то безумная промышленность военная. Я не, даже не представляю, как они такую сделали, но окей. Окей, они очень сильно сейчас пройдут, но мы нанесем им неожиданный тузовый удар. И вот он. Сейчас мы будем еще больше мобилизироваться, но это займет некоторое время. Самое главное, мне жалко политку. Сейчас, господи, как же чейнджинги душат. Они супер сильны. Нам бы успеть на них попасть до падения. Желательно. Вестри. Скоро узнаем. Ну, как будто чуть-чуть подзамедлиться должны. Ситуация супер грустная. Единственное, я все-таки хочу все военные заводы получить, потому что мне очень не хватает вот сюда их. Так что закажем сначала военные заводы. Мы уже отсюда получили жесткую скидку, а потом возьмем вот эти два фокуса. И да, ну, это занимает время, черт возьми. Которого нету у Эквестрия. Что воевать против всего этого будет жестко. С другой стороны, им придется все это, всю эту оккупацию потом держать. А, тут смотрите-ка, Новогрифония и Сталинград все вместе против одной угрозы. Да, они реально остановятся, это даст нам шанс. И, господи, скидки у нас на пехотку просто жесть. У нас здесь 40%, здесь вон еще десяточка. Будет еще 20 вот отсюда. Станет тут, по-моему, 60. А, нет, или я... Я, видимо, ошибся, ладно. В любом случае, да, безумно сильно. Единственное, скорость роста будет, конечно, грустная. Но я думаю, мы с этим как-то справимся. А, здесь еще добавляется скидка на артиллерию. Вот на что я заметил. Супер. И я вот так вот, пожалуй, модифицирую сразу свои дивизии, чтобы примерно предполагать, что мне нужно здесь по каким показателям. В целом, все еще немало. И тут у нас еще будут расходы припасов. Мне вот это, кстати говоря, очень даже нужно. Но я сначала, пожалуй, пройду до этого бафа еще на объем 10 макс эффективности производства. Потому что наша экономика станет просто сейчас космической. Нам останется только завоевать промышленности. Ну а что это такое для такой сильной коммунистической страны, как мы? С нашими-то бафами. Нам хватит и не так много дивизий на самом деле, потому что каждая наша дивизия стоит вражеской армии. Ну что ж, давайте, наверное, закончим уже эту серию. С вами был Топ Гейм. Подписывайтесь, Twitch, Discord.
Ребят, как обычно, до скорой встречи, пока.